огненная саламандра, огненная ящерица, или пятнистая саламандра, или обыкновенная саламандра. Вид животных из рода саламандр, отряда хвостатых земноводных. Один из самых известных видов саламандр на территории Европы. Саламандра – по-настоящему легендарная земноводная. Практически во всех мифах любого народа встречается упоминание об этом существе. Какие только качества ей не приписывали. И то, что она бессмертна. И то, что ее шкурка способна лечить от всех болезней. И что это маленький дракончик, из которого через сотню лет вырастет огнедышащее чудовище. Саламандры бывают разных типов и размеров, но все они одинаково представляют угрозу для других существ. Это беззащитное маленькое животное сохранилось до наших дней только благодаря своей ядовитой коже. Огненная саламандра, точно так же, как и все остальные виды, является ядовитой амфибией. Саламандра выглядит как обычная маленькая амфибия с интересной расцветкой, но история ее вида таит в себе множество загадочных мифов и тайн. Кроме того, это существо обладает способностью регенерировать конечности. Самый жуткий из всех зверей – это саламандра. Другие кусают, по крайней мере, отдельных людей, и не убивают многих сразу. А саламандра может погубить целый народ так, что никто и не заметит, откуда пришло несчастье. Если саламандра залезет на дерево, все фрукты на нем становятся ядовитыми. Если саламандра дотронется до стола, на котором пекут хлеб, то хлеб становится ядовитым. Упав в поток, она отравляет воду. Если она дотронется до любой части тела, даже до кончика пальца, то все волосы на теле выпадают. Так описывал это земноводное в 20 году до нашей эры древнегреческий ученый-натуралист Плиний. Разумеется, что проверять эти утверждения на практике никто не осмеливался, и только в 17 веке ученые доказали, что огненная саламандра совершенно не опасна для человека. К тому же сама она никогда не нападает первой, у нее нет возможности впрыснуть свой яд в кровь. И только в состоянии стресса она может распылять ядовитое вещество запахом миндаля на небольшое расстояние. Случайно попав на слизистую оболочку, оно лишь ненадолго вызовет жжение. Яд может убить только мелких млекопитающих, вроде грызунов, но совершенно не помешает пищеварению свинья или ужа, слопавшим огненную саламандру на обед. Сама же она питается разными насекомыми, в том числе пауками и гусеницами бабочек, а также слизнями, дождевыми червями, мелкими тритонами и молодыми лягушками. В переводе с персидского название животного буквально означает «горящий изнутри». Эта представительница семейства саламандровых не зря получила такое название, ведь она имеет невероятный яркий окрас. Цвет ее тела – черный, с ярко-желтыми или ярко-оранжевыми пятнами. Иногда пятна сливаются, образуя замысловатые узоры и полосы на черном фоне. Длина тела в среднем составляет 20 см. Длина хвоста составляет меньше половины от общей длины тела. Брюшная часть туловища имеет коричневый или черный оттенок, иногда со светлыми вкраплениями. Саламандры – самая многочисленная группа хвостатых амфибий, насчитывающая более 200 видов. Цвет других видов саламандры может быть разнообразным. У одних видов саламандр кожа темная и невзрачная, а у других яркая. Окраска может быть однотонной, черной, коричневой, желтой, оливковой, серой, красноватой. Или сочетать оттенки разных цветов, преобразованные в полосы, крапинки и пятна различной формы. Но самым красивым представителем отряда по праву считается огненная саламандра, окрашенная в яркие, черно-оранжевые цвета. Яркая окраска, также называемая апосематической, то есть предупреждающей, выполняет предостерегающую функцию для хищников, что их добыча ядовита. По внешнему виду саламандра похожа на ящерицу, но эти животные относятся к совершенно разным классам. Ящерицы причислены к классу пресмыкающихся, саламандры к классу земноводных. Очередное отличие заключается в том, что у ящериц кожа сухая и покрыта чешуей, саламандры всегда влажные и гладкие. Конечности ящериц оканчиваются острыми коготками, у саламандр когтей нет. Лапки у саламандр небольшой величины, они короткие, но довольно мощные. Плавательных перепонок между пальцами у нее нет. На передних лапах у саламандры по 4 пальца, на задних по 5. Отличить самку от самца можно по более крупным размерам тела и по более коротким конечностям. Близкими родственниками саламандр являются тритоны. Все саламандры делятся на два семейства настоящих и безлегочных саламандр. Главное отличие между ними заключается в том, что настоящие саламандры типично земноводные животные, дышащие легкими, а безлёгочные саламандры – чистоводные, в связи с чем их легкие редуцированы. Настоящие саламандры более короткие и кургузые, а у безлёгочных тела их хвост зачастую сильно удлинены, почти змеевидной формы. Глаза саламандр имеют подвижные веки, благодаря чему может осматривать обстановку вокруг себя. Язык у них короткий, челюсти слабые с мелкими зубами. Тело саламандр, как и у всех амфибий, покрыта тонкой, довольно нежной кожей. Она все время влажная, поскольку дышит саламандра не только легкими, но и всей поверхностью тела. В древности верили, что огненная саламандра – злобное и чрезвычайно ядовитое животное, способное управлять стихией огня.
Скрытный образ жизни этих амфибий породил множество легенд, в большинстве случаев довольно мрачных. Саламандры представляли как посланцев ада, злобных чудовищ, способных уничтожить человека одним взглядом. Им приписывали способность тушить огонь. Часто бывало, что разожженный в лесу костер внезапно затухал, и среди дымящихся углей появлялась огненная саламандра. Люди объясняли это сверхъестественными способностями амфибия, хотя на самом деле, все было гораздо проще. В основном саламандры ищут укрытие в старых пнях, бревнах, залежах бурелома, где даже летом сохраняется достаточная влажность и постоянно присутствует корм. Различные слизни, личинки жуков, мокрицы. Если в костер попадало бревно, смирно спящий под корой саламандрой, то влажное дерево, естественно, тушило огонь. Спасаясь бегством, саламандра выскакивала на поверхность, и удивленные и напуганные люди видели среди потухшего костра и дымящихся углей блестящую пятнистую амфибию. Она едва успела выскочить из пламени, и только слизь, вырабатываемая ее кожными железами и защищающая земноводное от пересыхания, не дала ей поджариться заживо. Огненные саламандры отличаются большой продолжительностью жизни. Средняя продолжительность жизни огненной саламандры в дикой природе достигает 14 лет, но в неволе некоторые экземпляры умудрялись дожить до 50. Активна саламандра в основном вечером и ночью, так как совершенно не переносит высокие температуры. Самое важное для нее условие жизни – влага, так что в сухую погоду саламандра чувствует себя плохо и может даже совсем погибнуть. Днем прячется под камнями, деревьями и трухлявыми корягами. Иногда сама выкапывает небольшие укрытия в мягком грунте, несмотря на то, что ее конечности не приспособлены к роющим действиям. Огненная саламандра – животное малоподвижное, передвигается по земле медленно, плавает плохо, может даже утонуть в глубокой воде. С октября-ноября обычно уходит на зимовку до марта. Зиму проводит, спрятавшись под корнями деревьев или по толстым слоем опавших листьев. Естественными врагами в природе для саламандры являются змеи, обыкновенные и водяной уж, хищные рыбы, птицы и кабаны. Обитает огненная саламандра в лиственных или смешанных лесах, по берегам рек или небольших озер, на востоке, юге и в центре Европы, а также на севере Ближнего Востока. В горной местности встречается на высоте до 2 км над уровнем моря. У огненных саламандр замечена достаточно сильная привязанность к определенному, постоянному месту обитания. Западная граница ареала захватывает территорию Португалии, восток и север Испания, а также Францию. Северная граница ареала доходит до севера Германия и южной части Польши. Восточная граница достигает территории украинских Карпат, Румынии, Болгарии и Ирана. Знают ее и на Украине, где этот вид встречается во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Правда, здесь это животное внесено в Красную книгу. Также ареал включает в себя территории Греции, Венгрии, Италии, Албания, Андорры, Австрия, Швейцария, Бельгия, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Словакия, Чехии, Люксембурга, Македония, Сербии, Черногории. Как видно, это практически вся Европа. Вид не встречается на Британских островах. На голове у саламандры расположены околоушные железы, паротиды. Железы вырабатывают лиат, по своему виду представляющий собой вязкую жидкость молочного цвета, со специфическим запахом миндаля или чеснока. Для млекопитающих яд токсичен. Яд действует как нейротоксин, вызывает паралич, аритмию и судороги. Также обладает антибактериальным и антигрибковым действием. Для саламандры яд служит защитой от хищников и инфекций. Мелкие животные, попробовавшие на зубок саламандру, тут же погибают, а более крупные, отравившись, долго и тяжело болеют. Для человека яд саламандры не представляет опасности, однако попадание яда на слизистые оболочки вызывает жжение. При сильном стрессе саламандра способна распылять яд на небольшом расстоянии. Ядом этого земноводного невозможно отравиться, если дотронуться до его тела руками. Однако, если человек дотронулся до саламандры, а потом до глаз, то он может ослепнуть. Огненная саламандра всегда привлекала к себе большое внимание со стороны человека, во многом благодаря своему необычному внешнему виду. Изображение этой рептилии можно использовать в качестве амулета. Талисман саламандра оберегает своего владельца от разного рода опасностей, придает ему мужество, храбрость и стойкость. Чтобы защитить свой дом от пожара, можно изобразить саламандру на дверном косяке, либо возле газовой плиты. Раньше их рисовали возле печи или камина, отапливающего помещение. Талисман саламандра оптимально подходит стрельцам, но им также могут воспользоваться люди, родившиеся под другими знаками зодиака. В 2003 году на Украине Национальным банком была введена в оборот памятная монета «Саламандра», посвященная огненной саламандре, единственному виду саламандр, который водится на Украине. В германской мифологии саламандра – дух огня. По греческому поверью, пришедшему из Средневековья, она не горит в огне, а проходя по нему, гасит. С точки зрения христианской веры, эти существа – посланники дьявола. В геральдике четырехлапая саламандра
окруженная пламенем, символизировала стойкость и презрение к опасности. Огненная саламандра на протяжении многих веков была верной спутницей алхимиков и колдунов. Амфибии сушили, измельчали, добавляли во всевозможные лекарственные зелья, яды, для усиления их действия. В наше время отношение к этим животным изменилось. Хотя еще не получены ответы на все вопросы об образе жизни саламандр, люди стали относиться к ним с симпатией и уважением. Вымысел и реальность тесно переплетаются, когда речь идет о саламандрах. Легенда о саламандре, способной тушить огонь, возникла по той причине, что ее кожа может выделять очень много слизи. И, оказавшись в огне, саламандра остается в течение некоторого времени невредимой, или, по крайней мере, так кажется наблюдателям. Сейчас, конечно, они изучены, но все равно некоторый суеверный страх присутствует, когда упоминаешь о саламандрах. Это еще и потому, что эти земноводные ядовиты, и страх весьма обоснован. В предгорных районах Карпат можно встретить одну из самых ядовитых саламандр – альпийского черного тритона. Он меньше других видов саламандр – всего 10-12 сантиметров. По-настоящему ядовиты – североамериканские тритоны. У этих саламандр ядовиты не только взрослые особи, но и их икра. Все саламандры наделены ядом, который в химии назвали саламандрином. Он довольно токсичен. Яд вызывает судороги, расстройство дыхания, сердечную аритмию и частичный паралич. Но это только при попадании яда внутрь. При охоте саламандра не использует свой яд, он ей нужен только для защиты. Пятнистая саламандра – пассивно ядовитое животное. Приспособления для введения яда в кровь они не имеют, и именно поэтому саламандра не представляет серьезной опасности, если не тащить ее в рот. Антибактериальные и антигрибковые свойства яда этих животных широко используются в народной и традиционной медицине. По римским законам объявляли отравителем и приговаривали к смерти каждого, кого подозревали в приготовлении снадобий саламандры и снабжении сограждан. Однако ядовитость саламандры сильно преувеличивают. Ее яд вызывает воспаление кожи, а попав в глаза – неприятную, жгучую боль. Проводились эксперименты, в которых саламандры скармливали собакам. Собак иногда рвало, но чаще всего с ними ничего не случалось. В больших количествах выделение кожных желез саламандры вызывают тяжелое отравление, а их инъекция в организм может оказаться смертельной. У всех саламандр есть способность к регенерации не только хвоста, но и остальных конечностей. Этой особенностью они напоминают ящериц, но в данном факторе также обгоняют их по развитию. Многие виды саламандр занесены в красные книги, как находящиеся под угрозой исчезновения. Животных истребляют для получения яда, используя его в медицинских целях, а мясо крупных видов саламандр считается деликатесом. Китай – одна из немногих стран мира, где саламандр все-таки употребляют в пищу. Речь идет именно о самых крупных представителях семейства. Если хочется поглядеть на максимальное разнообразие саламандр, то стоит поехать в Северную Америку, эту часть мира рептилии плотно облюбовали. Некоторые саламандры живут исключительно в воде, отличаются от сородичей хорошо сформированными жабрами. Например, китайская исполинская саламандра – представитель семейства скрытожаберников. Саламандры, относящиеся к семейству скрытожаберников, обитают в Соединенных Штатах Америки, в Китае и Японии. Семейство безлёвочных саламандр в процессе эволюции полностью утратило легкие, не получив при этом жабры. Поэтому представителям семейства приходится дышать с помощью кожи и слизистых ротовой полости. Эти саламандры обитают в тропических и субтропических лесах, в горах и низинах, на плантациях и в деревенских садах. Безлёвочные саламандры, обитатели преимущественно стран Нового Света, распространены на территориях, охватывающих горные и лесистые местности Канады, включая тропики и субтропики, Боливии и Бразилия. Несколько видов живут в странах Европы. Самая маленькая саламандра в мире – это карликовая саламандра. Длина тела взрослой особи составляет от 5 до 8,9 сантиметра, а также крохотная саламандра, вырастающая в длину от 3 до 5 сантиметров. Оба вида живут в северных штатах американского континента. Самая большая саламандра в мире – китайская исполинская саламандра. Она же является самым большим земноводным в мире. Длина туловища взрослой особи вместе с хвостом достигает 180 сантиметров, а масса тела – 70 килограммов. Китайская исполинская саламандра обитает в водоемах на территории Восточного Китая. Европейская пещерная саламандра отличается от ближайших родственников длинным языком, с особым диском-ловушкой, который выбрасывается из рта и возвращается зазевавшимся насекомым на конце. Представители семейства настоящих саламандр, ведущие преимущественно наземное существование, имеют дыхательную систему, представленную парой отлично развитых легких. Настоящие саламандры широко распространены на территории Европы, обитают на северо-западе африканского континента, в Малой Азии и Китае. Небольшие видовые популяции встречаются в Индокитае и Индии. В России обитает лишь 4 вида саламандр. Пища саламандры напрямую связана со средой обитания.
Саламандры, живущие на земле, охотятся на различных насекомых, мух, комаров, пауков, бабочек, едят их личинок. Водные саламандры питаются разными видами мелких рыб, раками, крабами, моллюсками. Многие виды саламандр являются эндемиками, то есть обитают на очень ограниченной территории и находятся под строжайшей охраной. Огненная саламандра – самый многочисленный на европейской территории вид. Самцы в брачный период очень активны и готовы наброситься на любой движущийся предмет, похожий на самку. Они также борются друг с другом за внимание самочки. От многих представителей семейства огненную саламандру отличает живорождение и боязнь воды. Спускаться в водоемы животные вынуждены только в период размножения. И водным, и наземным саламандрам для жизни и размножения нужна влага. Самка откладывает яйца в воду, а личинки ее ведут водный образ жизни. Некоторые особи откладывают оплодотворенные яйца в воду, а некоторые оставляют их внутри себя. Соответственно, личинки огненной саламандры появляются либо в водной среде, вылупившись из яиц, либо прямо из организма матери путем живорождения. Маленькие саламандры очень похожи на головастиков. Нередко рождаются незакончившие цикл развития личинки саламандры, которым еще предстоит превратиться в полноценную амфибию, находясь при этом какое-то время под водой. Только законченный цикл развития и сформировавшиеся легкие позволяют саламандрам выйти на сушу. У отдельных разновидностей яйцекладущих саламандр, например, у зеленой саламандры, потомство проходит цикл прямого развития, минуя стадию личинки, и вылупляется из яиц полностью развитыми молодыми особями. Благодаря ядовитым выделениям у саламандр мало врагов. Самым опасным существом для саламандры являются ужи. Находясь в воде, саламандра может стать добычей крупной хищной рыбы, например, щуки. Однако из-за относительной малочисленности и скрытого образа жизни, саламандры не являются систематической добычей этих животных. Скорее, они попадают на зуб случайно. Главная опасность для саламандры – это исчезновение мест размножения. Это происходит из-за хозяйственной деятельности людей на территориях, где живут эти земноводные. Взрослые саламандры отлавливаются для последующей продажи. Черно-желтая огненная саламандра относится к числу наиболее декоративных популярных амфибий, которых легко содержать в домашних условиях. Как и многих других опасных животных, саламандр можно спокойно содержать в собственной квартире, соблюдая необходимые меры безопасности и предоставляя правильный уход. Сегодня многие содержат саламандру в качестве домашнего любимца. Коренастое тело, короткие сильные лапки, большие выразительные глаза, яркая окраска – все это придает облику саламандры особую привлекательность. К тому же, они обладают кротким характером, доверчивостью, отсутствием агрессии к людям, медлительными и размеренными движениями. Пообщавшись с огненными саламандрами, невозможно не полюбить этих животных. Саламандры приносят людям пользу. Они питаются вредителями садов и огородов, улитками, пауками, насекомыми. Кстати, саламандра древнее многих самых древних динозавров. Она родом из раннего мезозоя, когда жизнь только начинала перебираться на сушу.